Всем привет! Сегодня путешествуем по реке Патрушиха. Участок от коллективного сада Химик до Солнечного. До микрорайона Солнечный. И еще чуть выше, в сторону совхоза, пройдем. Вот что здесь из себя представляет речка. Там она течет на Елизавет. Сейчас Дима Вахрушев еще подъедет. Мальки? Во. Точно. Вот здесь имеется почти отшнуровавшийся участок русла. Я видел, здесь рыбачат зимой. Что ловят, не знаю. Вот этот отшнуровавшийся участок. Но с рекой он соединяется. Пока еще. То есть это не совсем старица. Денек сегодня жаркий, обещает быть. Сейчас проверим, будет ли здесь рыба. Самое то для жары. Клевать, да, самое то для жары. Че? Я говорю, здесь хорошо, но не клюет. Здесь хорошо, но не клюет. Да. Я сегодня чисто защупал, прям. Да, ну вот, отлично. А ты будешь ловить щук, я все остальное. И сосать. Да не. Вот, поставил вот такую вот штучку и стянуло. Кто-то подцепился. А, интересно. Нет, поводков нет случайно? Нет, один поводок у меня всего. У тебя нет поводков? Да. О-о-о. Сейчас один дам, только не оборви. Угу. Да, человек за щукой пришел и без поводков. Потому что человек забыл дома. О, опять было! Вот он, попался. Ну да. А Беркли игнорировал. Херня ваш Беркли. Да, надо покупать вот такие вот приманки. Чё-то хороший же, да, для Патрушихи? Ну да. Ну, для этого места, в принципе, я думаю, да. Я думаю, тебе здесь будет проблематично ловить. Ну не знаю, Димон, что тут на поппер собрался ловить. А маятниковым надо, мне кажется. А тут хорватское яйцо надо. Да ты паузы подольше делай. Да подольше пауза, она пока прицелится. Хотя я не знаю, я на поппер не ловил щук.
только окуней в котле, где они на все бросались. Так, а я? Палка у меня, конечно, вообще дикая. Я тут видел, что зимой кто-то со льда ловил по первому льду. Да? Да, да. Я вообще не знал, что здесь старица эта есть. Я никогда не замечал ее. Вот, я только этой зимой заметил. А что это за палка? Это кара. Она дорогая? Нет, она ничего вообще. 1000 с чем-то стоит. Это специально подготовится. Короче, палка. А до скольки грамм? До 40, наверное? Нет, до 15. Чё? А каких до 15? Ну, она типа воблерная же идет. Почему воблерная? Ну, такая. Ну, слушай, ей можно, по-моему, грамм 30 спокойно кидать. Тогда. А на 15 грамм не ставят двухлапые кольца, ну. Трехлапые. Да-да-да. Даже двухлапые не всегда ставят. Двигаемся вверх. Это что, водокачка, да? Да. О. Здесь так, ты на зимнюю улочку можешь с водокачкой. Ага. Вот там, слушай, справа можно и покидать. Там проход есть. А тут не может не быть окуней. Окунь любит водокачки, я читал. Да? Серьезно, именно водокачки всякие. Вот что тут всякие сваи. На сваях? На сваях мусор задерживается. Ну да, на сваях говна много. Это было тут полагально. Жара наступила. А время всего 11 часов. Да, еще не самое пекло. Двигаемся дальше. Идем вдоль садов. Египтянин, блин. Оголился. А мне одному пофиг на жару. Димон, тут контексты. Еще контексты, еще контексты. Да. Нельзя долго находиться. Нельзя. Почему? У кого-то здесь сад. А, под, значит, под эту передачу раздолбать очень вредно, сидите долго. Я в живот еще больше задумал. Тут же магнитное поле какое-то, повышенное. Димон, ты стритрейсер, дохерачик. Блин. А может так-то? Я вижу речку. О. О. Здесь щуки нет, можно раскрутить. Как красивая. Рыбу не наблюдаю. Вода прозрачная, у меня очки. О, елец вышел. Крупный. Две штуки как минимум. О, схватил. Ха. Вот тут ельцы, кстати, вообще бодрые.
Ельцы заглотили мормышку с искусственной приманкой. А в истоке даже это, а настоящую малинку привередничали. О, опять. Хорошие ельцы здесь. Ну, в плане клёво. Заглатывают все как надо. Сходу. Вон ельцы прямо под ногами тут. О! Ё-моё! Это уже такой... Это не елец. Елец? Нет. Ну, так что ты мне говоришь? Это елец. А, ну да. Подожди, это ясь, по-моему. Да не. Ну-ка, покажи. Да не спорь. Елец. Это ясь. Ну-ка, покажи рот. Это ясь, отвечаю. Ну, смотри, какая чешуя большая. Ну, оранжевые плавники. Да нет, елец. Ну. Нельзя так такого. О! Еще один ельчик. Там больше не добавишь, где их. Вон там протекает река Шиловка, а там она впадает в Патрушиху. Сейчас проберемся до устья Шиловки. Сейчас, Светлана. Ну скажи. Я представляю, что речка называется Патрушиха, а не Патрушиха. Мне стало смешно. Все это представляли. Ну я впервые для себя представила. Как? Патрушиха. 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 Вот Шиловка. Небольшая речка. Нет, рыбу не вижу, но здесь и гальяны могут быть. Запросто. Вон рыба плавает. Вон два. Где? Вон. А какая? Не знаю. Видишь, там такая заводь? А вон все еще такое нормальное, там трое плавает. А вон, смотри, вон еще рыба плавает. Нам надо вдоль нее пройти, вот до устья. Вот здесь попробуй покидать. Там какие-то ельцы плавают. Причем такие нормальные. Сейчас. Так, вон вижу какую-то рыбу. Слушай, это на гальянов в натуре похоже. Ух ты, и что-то крупное подсело. Да, там крупные рыбы стоят под деревьями. Серьезно, прямо крупные. Да. Подлещик. Как-то он такой нормальный, живая малинка рулит. Да блин, ну как так сорвалось-то? Да я на Патрушихе ловил и на искусственную этих лещей. Да я на искусственную тоже ловил. Нет, по это же время где-то года. Ты могла бы взять рыбу петушка в таком маленьком аквариуме для бокала? Он держит. Он страдает, наверное. Он опять тут сорвался. А тут и гальяны могут быть. Блин, плохо, что сорвалась рыбка-то. Плотва. Или елец. А плотва? Интересно. Вот плотва.
Река Шиловка. Нет. Это Елец. Плотвичка. Плотвичка. Ну что, Катька, пойдем дальше? Да какая-то хрень подплыла и клюнула. Со дна подобрала. В общем, здесь сорвался подлещик, несколько плотвиц поймали. Еще были какие-то поклевки. Потом все затихло. Двигаемся дальше вдоль Шиловки до устья. Да нелегкая дорога будет. Надеюсь, там еще будут какие-нибудь интересные места. А может, прям по Шиловке пойдем? Да нет, тут какой-то ил. Да не, ил-то только тут, под берегом. Тут заросли просто ужасные. А поэтому пойдем по реке. А камней здесь нет, зато есть коряги. Короче, я, видимо, с такими ботинками распрощаюсь. Наивный парень. Сейчас что-нибудь придумаем. Вот и все. Нормально дальше. Рыбу кто-нибудь видел? Я тоже. Здесь уже глубина начинается, по-моему. Да, здесь такое русло прям ярко выраженное. А здесь, мне кажется, возможно, есть рыба. Да, только она уже заныкалась. Ну что-то она с палкой. Что здесь летает вокруг? Оса! Фу, блядь. Ну чё, пойдемте давайте. Пойдемте. Ты знаешь, что напоминает как-то Вьетнам. А мне напоминает это остатки животных. Вон какая-то картинка. Я чё сказал? Ща прикинь, какой-нибудь бобёр выплывет, тебя за ногу тяпнет. А, кстати, бобёр может напасть здесь? А может. Ну не здесь. Здесь их нету.
Они везде есть, но не здесь. Опа-на. Все, дальше чисто уже. Впереди нас шлейф мутной воды. Это не очень хорошо. Чё шлейф? Мутной воды. Ну пока это все осядет, рыба успокоится. Чё? Там какая-то шляпа. Это там коряга, да, какая-то? Да. Катя, осторожно, там коряга. Ну где-то вот тут, аккуратней ступай. Здесь дно вообще странное. Здесь вот яма какая-то, смотри. Смотри, стой, дымон. Да, я знаю. И вот видишь, я наступаю, здесь нормально. Так ты проверяй, прежде чем встать дно. Ты что говоришь, самое нормальное впереди? Ну, сейчас я посмотрим, может, срезать. А нет, там нормально, мне кажется. Ну да. Здесь трава такая идет. Да, Димон, вон напрямую до Патрушихи дойдем, вон я вижу ее уже. А мне чутье подсказывает, что дальше не надо. Ну смотри, главное, чтобы никак... Здесь вот вылезли. Там надо было вообще почти помнить. Мурата чутья вообще, по-моему, нету. А че он? Я тебе рассказывал, как мы через петлю, блядь, пошли. Лесной. А через какую? А через Химашевскую? Да. Типа там же есть, мы хотели до истока пройти пешком. Ну типа это. Ага. А там даже я не знаю, как пройти. Вон Катя знает, как до истока от Химаша пройти. Да, знаю. А туда петля, я не поняла, речные, что ли? Да. Спасибо. Все, погнали. Ну тут вот редкие крапивы попадаются, там дорога, единичные. Знаешь, там, знаешь, вот этот котлован, вдоль котлована идешь, и петлю, получается, обходишь. Я Марату про это говорю, он говорит, нет, и мы пошли вдоль берега, и всю эту петлю прошли, все говно собрали. И стоп. Потом вышли в итоге в это, ну, в это. Эта херня режется. Ага. Что, а мне за ногу что-то тяпнуло. Это осока, нет? Да. Сейчас мы его пройдем. Да не, сейчас мы его... Ты главное, что нет борщевика и нету сраной крапивы в большом количестве. А в нашей Ростовской области распространен борщевик? Да, бывает, встречается. Я вообще в жизни ни разу не видел борщевик. Ой, я в крапиву влетел. Катя, это практически ее нет. А вспомни, сколько крапивы было... В устье впадения истока. Да, но я хотела сделать перерыв, я отдохнуть после этой крапивы, блин. Не поняла, что они вроде как. Все, почти пришли. Я предлагаю снова спуститься. А надо в воду срочно зайти. Да ладно. Прыгай, Димон. Охладить. Кстати, на Патрушихе. Холодовую анестезию провести. На Патрушихе от... От крапивьих ожогов. О, офигенно. А, тут еще крапива. Надеюсь, это не мне. О. Да не, там бы мы... А чё, они сломали? Yeah. Чё это? Ёб твою. Удобная вещь. Ты смотри сюда. Чё? Ого. А короткий. Компактный. Да, они выживут, надо поживить. Чё? Выживут они? Конечно. Да.
Вода мутная, это из-за нас, да? А впереди тоже мутно. Ну потому что мы тут прошли и муть подняли. Ну чё, где Патрушиха-то уже? Нет. Шиловка еще. О, надо поглубже зайти, чтоб... О, как хорошо. Прям, знаешь, коленки так остужают люто. Ну. Там дальше вроде уже нормально. Прикинь, она укололась и пошла. Елец. Ну-ка, дай мне ту вилку. Еще один. Потва. А что поймал? Усатого? Усатого. Только усы есть? Да. Есть. А ты не знала, что у пескаря есть усы? Я слышала, что есть усы, почему-то я их не видела. Вот такая вот мордочка. Ты даешь. Такая. Ты вот биолог еще. Я знаю, что есть усы, просто... О! Кто это? Пескарь. Забагрили. Гальян. Гальян. Нет, сука, пескарь, блядь. Здесь так-то на поплавочку их вообще капец можно надеть. Он не забагрился, он в рот. В общем, мы только сейчас поняли, что вот это и есть Патрушиха, а это Шиловка, а это устье Шиловки. А это Димон. Да, и дальше Патрушиха, а тоже. А просто она там немноговодна как-то, с виду. И сразу не поняли, что это Патрушиха. Шиловка, Патрушиха. Димон. А нам туда. Нам туда. Давай проводить первый. Это потому что сейчас вот там хотим делать. Здесь опять запасывает. Послен. Нам на берег бы выйти. Мы же не пойдем весь маршрут по Патрушихе. Дима щуку увидел. Ты спугнешь? Она стоит там. А думаешь, она в охотничьем положении? Да. За кем она заходит? За мной, наверное. Ну чё? Сейчас. Она стоит до сих пор. Возможно, сдохла. А это точно щука, а не коряга? Точно, 1000%. Там глазки даже видно, да? С листиком. Ну чё, стоит? Стоит. Она отдыхает. Возможно, она замаскировалась. И надеюсь, что мы её заметим. О, атаковала. Да? Да. О, видел. Промазала, то есть, или схватила? Промазала. Она равномерку, да? О, видел опять, да, схватила. А доводи до самого берега.
Попробуй твичить. Это видишь ее? Это видишь ее? Да, да. А не получилось, да? Два раза атаковала. Вот такая не крупная, да, шнурок? Ну да, крам есть. Ну. А там есть рыба? Если на зимнюю удочку попробовать? Нет. Вот тут, вдруг там с весны осталась рыба? Голодная. Попробуй. Да нет, конечно. Ну блин, ну надо уже как-то вылазить. Все, уже надоело. Ты уже вылез один раз, и пошел их так. Окончательно вылазить отсюда. Нужно найти какое-нибудь место, где кузьмичи сидят. И к нему всегда тропинка ведет. А то здесь бывает, да? Здесь вряд ли. Там болото снег. Да. Точно болото. Ого, а там интересно, можно засадить это лучше? А можно засадить? А тебя, да. Почему меня-то? Чё? Я ушел здесь капец глубоко. Надо слева обходить. Или просто на русле так же стоит, просто к нам подходим, пробовать, а это не снимать. О, вот место хорошее. Ух ты, тут сколько рыбы. А вот здесь вот рыба. Тут на мормышку надо ловить. А левее, короче, идите. А вот сюда ко мне идите. Сейчас я тут попробую закинуть на мормышку. Вон. А, нет, тут не рыба. Ага, вон они стоят. А чем капец, тут много рыбы. Ну чё, Кать, а как ты? Нормально. А нормуль, да? Нормуль, планов нуль. Так, ну чё, пробуем. О, сразу. Ельчик. Ельчик. Я тоже ельчик поймал. Тут покрупнее рыбки были, я видел. Интересно, что там втекает. О, плотва. Я уже на берег, хочу, выпустите меня. О, смотри, какой бражник. Ну-ка, стой, 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 стой. Стой, держи удочку, я сейчас его поймаю. Вижу. Держи, держи. О, брагу сейчас будем пить. Блять. Подожди, подожди. Это этот, липовый, по-моему. Нет. Поймай его и принеси сюда куда. Сейчас. Он вместе тогда себя купает. Апа. Поймал. А? Я же энтомолог. Кто? Энтомолог, насекомых изучаю. Блин, я даже через крапиву попёрся. Капец. Я ещё не... Так, сейчас я камеру выключу на секундочку. Давай вытолкнем его. Я шутка. Чё это? Кто такой? Он редкий какой-то? Это какой? Я забыл вид. Хз. Он редкий? Я же не тему. Что, а что он? Я думаю, еще больше бывают бражники. Я думаю, потому что гигантский какой-нибудь бражник. Типа он брагу батину пил. Кстати, да, почему он забыл называется бражник что-то? Хер его знает. Нам рассказывали вроде бы. Что он сосет нектар. Ну. Сосет нектар. Это крапивой в воде достало уже. Я знаю, как это сделать. О, она прям цепляется. Я-то еще без футболки.
Я специально для тебя тут росла. Ждала. А когда же Димон тут с голым торсом пойдет по речке? А, она все-таки уколола меня. Она такая, ура, хоть кого-то уколола. Давайте уже вылезем, а. Че? Сам покупал? Где? А. Что там упало? О, яма, смотри, какая глубокая. Стой, провалишься. Здесь до хрена рыбка. О, Димон. Димон, вот тут вообще глубокая яма прямо. Я аж дна не вижу. Я не хочу в эту яму. Вот тут яма, я аж дна не вижу. Давайте выйдем вот. На машину на берег. Так ты вдоль берега иди. Может быть, он первый пойдет? Давай я пойду первый. Я тебе говорю, яма. Как-то мне вообще не нравится. Блин, я не хочу туда идти, Дима. Достал Димон. Там засасывать, я не хочу здесь. Но еще варианты есть какие-нибудь? Кроме как идти. Ну давай попробуем пойти там, я посмотрю, где проваливаться люди. А тут засасывает слева. Вдоль левого, ой, тьфу ты, вдоль правого берега засасывает. Огонь. Капец. Я опять шорты намочу. В любом случае. А можно в берегу? Нет. Нет, тут вообще никак. О, я нашла место, где можно пройти. Все, отлично. Какие это трубы? Знаешь тут трубы? Вот же просека. Хотя там тоже все в крапиве, наверное. О. А тропинки тут какой-нибудь нет? Тропинка! Отвечаю, тропинка. Только нам на правый берег. Ну, на правый берег. Вот правый берег. Нет, я имею в виду справа. А вон тропинка есть, да? Подожди, а почему туда-то? Так по правому берегу прийти надо. Уверен? Да. Так вот правый берег. Там тропинка выходит, которая на озеро. Уверен? Да, 1000%. Я не знаю, это она или нет. Это левый берег. Это, ну, я имею в виду, что справа. Ну, левый, да, получается, если смотреть туда. Ну, пошли туда, я по спутнику смотрел, что вон там надо обходить. Нет, а пруд именно выход на него там. Ну, ладно. Вот нет, чтобы просто выйти на берег, вот они тут корячились, пытались на эту трубу залезть. А тут, кстати, наверное, так и переходят. А ногами встают на нижнюю трубу, а руками держатся, да, вот так вот, а за верхнюю. Девы, бокоход? Девы, которые прыгают по трубам, это нормально, а парень с голым торсом по реке нет. А Кать, возьми мой спиннинг. Тут крапива сраная. Он $50 стоит, аккуратней. Почему ты все в долларах говоришь? Ну потому что... А доллар не меняется практически. А рубль только дешевеет и будет дешеветь. На! Зацепилась он. Иди вперед. Ау! Димон, это не та дорога. Это не та дорога, про которую ты говорил. Ну ладно. Я поверим. Мы тогда шли, наверное, не знаю. Узнал эту тропинку? Да, но она опять же здоровая. Ну да. Фу, наконец-то из этой реки вышли. Да, хорошо, что вышли, а то
Здесь-то уже крайне проблематично было по речке пробираться. Цивилизация. Где эти пруды-то? Пруд, точнее. Здесь мелко. Ага. Беги на пруд. Правильно. Это что за дома? Я тебе говорю, надо по правому берегу было идти. Нет. Но я же спутниковую подготовку провел. Нам сейчас вдоль забора. А, туда? Надо вернуться и вдоль забора вот так вот идти. Вот туда. А тут нельзя пройти вдоль забора? Я тебе говорю, все четко. А тут что, смотри. Вытек. Вытек какой-то. Я закину здесь? Да, да, закину. А потом пойдем. Да за... Что? Кто это? Кто это? Ладно, а дальше? Ладно, уж не будем останавливаться в каждой этой, в каждом закутке. Показывай, где ты щуп ловил. Дальше. Ну да, с виду хорошего. Или что, кинуть? Ну, где всем? Давай. О. Че, оделся? Прикольно. Вот тут Дмитрий утверждает, что ловил щук. А здесь щук ловил? Нет, дальше. Дальше? Ну, на этом озере, но дальше. А на этом, но дальше. Угу. Пошли.
Весьма. Да, интересненько. Ну тут, наверное, не посреди дня, да? Надо. Ну как? Здесь, по крайней мере, удобнее отсюда. О, кто-то плеснулся. Это щук. Че, ставь поппер или что? Ну да, поппер или не огруженный резиной. Давай. Вся надежда на тебя. Конечно, заросло здесь вообще капец. Она на падение клюнула. То есть он только упал, я буквально пару всплесков сделал. Сразу. Не огруженную, значит, она. Да, если не огруженную. А что, ты не хочешь получить? Давай. Такая вот тебе грузка, да? А ты говоришь, хей, палка, хей, палка. Видел? Сразу хватка. Нет, это на подергивание. Ты любил так раньше рыбачить у Артема в деревне? Лучше так. А вон там уже солнечный виднеется. Почти пришли. Там капец жара. Ну-ка, раньше загорать, не думаю. Она 3 метра ближе к солнцу будет. Она 3 метра ближе к солнцу зато. Да чего она не заглотила-то нормально? Причем такая была, слушай, телушница. Телушница? Даже больше. А можно я кину? Да ты ведешь неправильно. Так, разница. А смотри. Давай. В общем, вечером сюда надо, здесь супер клёв щук в траве на поверхностные и подповерхностные приманки. Но наше дело показать места в первую очередь. Все невозможно поймать в один день. В общем, до солнечного дальше мы не пошли, решили завершить сегодняшний маршрут здесь. Порыбачили неплохо, поймали много рыбы. Пусть не поймали щук, но ничего страшного. Все равно отлично прогулялись просто по речке. Да, видели много интересного. Все, всем пока, до новых встреч. Сейчас скажу. Они еще про звезды сюда хотят петь. А, это... Я что-то за звезду положил, если не знаю. Да. Я не понял. Вечно молодой, вечно пьяный. Так это Би-2 поет.